Погода в лучших традициях Голливуда развернулась в городе сегодня ночью. Сразу 5 экипажей ДПС пытались настигнуть отечественную легковушку. Ни требования остановиться, ни даже выстрелы по колесам на водителя не действовали. Это видео было снято из патрульной машины. Инцидент произошел около половины второго ночи. Тогда у южного автовокзала экипажи начали погоню за подозрительной 99-й. По словам очевидцев, авто успело прокатиться по нескольким районам города. Водитель не реагировал на предупреждение полицейских, поэтому инспекторам пришлось пустить в ход табельное оружие. Пули пробили задние колеса, но ни водитель, ни пассажир не пострадали. Судя по их улыбкам и комментариям, они оба были сильно пьяны. На 23-летнего рулевого уже завели сразу 2 уголовных дела за езду в нетрезвом виде и невыполнение законных требований полицейского. А мне по черемету покажут. Покажут завтра. Улыбайся, передай привет. Эй, Костян, позови, привет моей маме. Я ее люблю очень сильно.